Так получилось, что Алексей Александрович нам ничего не говорил, и мы от курирующего заместителя только узнали о том, что он отказался от брони. Но я попервой подумала, учителей не забирают. И подумала, что как-то все пройдет само собой. И каково же было, даже не знаю, как сказать, может быть, даже и удивление, и боль, и шок, и гордость. Когда переполнилось все, когда мы узнали о том, что отказ от брони действителен, и Алексей собирается идти на спецоперацию. Очень тяжело, мы волнительно все в коллективе, конечно, переживаем. Сегодня много кто пришел его проводить. Алексей в коллективе 27 лет. Он познакомился со своей супругой, женился, у них двое детей. Понимаете, и гордость огромная, настоящий мужчина у нас в Оренбурге. Вот человек, который ничего не побоялся. И то, что он с ребятами военно-патриотическим воспитанием занимался, вел там конкурсы самые разные, а ну-ка, парни, то, что он всегда был сам примером физической формы, вот это его решение, я просто не знаю, это какая-то как настоящая такая точка, вот даже не решение, да, вот слово решение сюда не подходит, это, не знаю, слово подвиг, наверное, не употребляется, но он сделал то, что, я бы, например, не смогла, другие навряд ли бы смогли, а он сделал. Вчера ребята пожелали ему всего самого-самого хорошего. Мы точно знаем, что он вернется. Мы его ждем на новогодний КВН, потому что Новый год без балалайкина – это грустный Новый год. Все его ждем. И сегодня Алексей, конечно, пришел пожать его настоящую мужскую руку. Мы его ждем. А как дети провожали? Дети, вы знаете, вчера дети вообще всеми классами, они сделали для него такие фотографии, открытки, наклеили сердечки, читали для него стихотворения. Это было так тепло, но я думаю, что Алексей сам об этом может вам более подробно рассказать. Иконку мы ему с собой дали, пусть она его бережет, и чтобы вот он, хранимый теплом наших сердец, обязательно быстрее к нам вернулся. Быстрее. 27 лет в лице. Это наш лицейский человек, понимаете? Вот какой пример для детей, да? Вот что там какие-то бумаги или книжки, или... Вот все меркнет. У меня вот все внутри, верьте, нет, колыхается. Не могу даже вот себя сбалансировать. Очень волнительно сегодня.